Так, добрый день. Не так давно был тест катушки Айрис Хайба Айр. И вот я повесил джиг-головку с резиночкой. Это весит 1,5 грамма. То есть конкретно вот это 1,5 грамма. Итак, задача заброса комфорта на дальность. Значит, катушка установлена, тяжка на положение 3. И тормоза сейчас зажаты чуть меньше середины. Ну вот. И делаем вот тестовые забросы. Значит, никакого перебега, немножко она левит с таким весом. Но 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21 оборот. Так, можно немножко отпустить тормоз. На 2 щелчка был отпущен тормоз. Я чуть-чуть рванул сильнее удочкой. И, к сожалению, вот перебег. Сейчас буду распутываться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 20, 23. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 1,5 грамма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, 24 оборота.